меня пришло. Итак, друзья, всем привет. Вчера выпустил ролик про обслуживание топливной системы трактора Т-25, где рассказал про проблему, то, что фильтр тонкой очистки на тракторе забивается буквально за месяц. И вы мне дали советы. Я внимательно все советы прочитал. И сейчас буду делать так, как вы посоветовали. И, возможно, мои советы, вот ваши советы, моя работа кому-то из вас в будущем, моим зрителям, пригодится вот в дальнейшей эксплуатации похожих такой техники. Признаюсь честно, у меня сразу тогда закрались сомнения, почему на тракторе МТЗ заливаю одну и ту же солярку с одной и той же канистры, с одной и той же бочки, как говорится. Возникает вот на тракторе МТЗ-80 или МТЗ-50, все это работает, работает нормально, хорошо. Одна и та же солярка, прочищаю также раз в сезон. Фильтры там на тех тракторах, на 80-ках, на белорусах, на тракторе Т-25 выходит это гораздо быстрее. Ну, оказывается, вот есть такая, нужна была такая вот доработка. О, кто-то идет к нам, Елена Степановна. Сейчас я вам ее покажу. Закрывалка тут. Здравствуйте, Елена Степановна. Здравствуйте, Владимир Петрович. Ну что вы? Ну что мы? А вы что? Мы? Да. А мы так, как вы? А мы-то в магазин ходим. Лицо, кто вы? Альфа. Да. Да, ну хорошо, что в магазин. Ну что сказать? Что мы скажем? Бабье лето, говорит, пришло. Второе пришествие бабьего лета. Так что... Собачку в кадр не берешь. Ей бегать надо. Копает ямы, хочет бегать. Ну, как после бомбежки какой-то. Там яма. Ладно. Ну, может, она клад ищет, может, тут да. Зарыли. Да. Итак. У нас же археологи копали, не докопали. У нас тут не копали, правда же? Да. Итак, друзья мои, предлагаю вашему вниманию доработку. Когда мы с Еленой Степановной ездили по грибы, ну и трактор у нас там начал барахлить. Ну, я сейчас вот вашим советом последовал. Чего ты там поешь? Последовал вашим советам и сделал. Так что смотрите, комментируйте. Купи губную гармошку в городе. Мы с ней будем песни петь, да? Губную гармошку. Да. Она музыкальная у нас собака, правда? Да. Да. Ну, что скажете нашим зрителям, Елена Степановна? Ну, что скажу. Хорошей осени. Доброй погоды. Не упустите бабье лето. Оторвитесь на полную катушку. Не упустите лето с бабами. Нет, бабье лето. Ну, а какая разница, бабье лето и лето с бабами? Это уже твое пожелание, не мое. С бабами. У тебя бабы одни на уме.
Спасибо вам за все комментарии, которые вы мне пишете. Сегодня у нас это, короче, снимаю на следующий день, после того, как вышел мой ролик про фильтр, про топливную систему трактора Т-25. Спасибо всем, кто мне написал, дал советы, кто написал в социальных сетях, в Одноклассниках и ВКонтакте, позвонил и рассказал, что за причина, почему вот это у меня происходит, почему фильтра тонкой очистки трактора Т-25 хватает буквально только на месяц. Сейчас я вам расскажу, что мне вы посоветовали. Ну, кому-то это будет интересно. Так, сейчас снимаю, я уже снял его, фильтр. Так, вот тут. Опа. Так, новый фильтр. Происходит это из-за того, что, как вы мне посоветовали, вот здесь резинка разбухает вот в этом месте, вот, и от солярки разбухает и перекрывает частично доступ солярки. Фильтр проходит через... Солярка проходит через фильтр, бумажный фильтрующий элемент, перекрывает доступ в трубке питания. И вот это место, вот, вот здесь нужно вставить трубочку между фильтром и штоком, ну, болтом этим. Я для этого возьму сейчас вот плоскогубцы. Уже трубочку я видели, я уже вырезал такую вот трубочку и обработал ее тут края. И сейчас вот просто вставлю ее вровень между резинкой и все это будет нормально работать. Короче, трубочка не будет разбухать. Конечно же, мне еще вы предложили, вы зрители, один еще способ, это подрезать вот в этом месте резиночку, то есть сделать ее чуть-чуть пошире, то отверстие, которое здесь есть, сделать чуть пошире. Но я что-то подумал и говорю, ну вот, лучше вот сделаю так вот. Возможно, почему я снимаю это видео, возможно, вам кому-то будет интересно. Кто-то сталкивается с такой похожей проблемой. И вот такое возможное решение. Сейчас вот там, так вот. Так, длина этой трубочки примерно, ну, сантиметра полтора, наверное. Просто вот вставляем. Можно ставить с одной стороны или с другой. Ну, вставляем. Так вот. Чуть-чуть она будет упираться. Вот, видите. И вставляю ее. Вот так вот. Вот, видно, вставилась. Вот, вот такая небольшая доработка. Ну, а теперь заново все вставляем. Вставляем фильтр. Трубочка, чтобы была здесь сверху. Ну вот. И просто сейчас просто-напросто вставляем и подтягиваем ее. На этом вся доработочка. Вот. Друзья мои, хорошо, когда есть интернет. Хорошо, когда есть люди, зрители, кто в этом понимает, разбирается, может подсказать. Мы на своих ошибках учимся. Или учимся на ваших ошибках. Вот кто-то это... Кто-то молодцы, мужики, придумали. Сейчас это все дело заделаем. И будет все работать исправно и все хорошо. Так что, мужики, огромный вам вот такой вот палец вверх. Респект. Кто смотрит, кто подсказывает, как это все есть, почему случаются такие проблемы. Как говорится, доработай. Так, сейчас подкачаем. Доработай напильником. Так, вот тут сейчас маленько у нас утечка солярки. Потому что неплотно подошло. Но мы сейчас это дело исправим.
чтобы все стало на места, на свои. Резинку уплотнительную, чтобы фильтр поджал ее правильно. А то бывает, встанет что-нибудь наперекос. Все нормально. Солярочка не капает. Вот такая небольшая доработка. Блин, никогда бы не подумал, что вот так чуть-чуть, а вот не хватает. Ну а что там, буквально вот резинка разбухнет, перекроет отверстие, и все. И все. Вот тебе и... Вот такая доработка. Вот чем отличается наша российская техника, русская техника от иностранной. Всегда можно что-то... Так, все. Накачиваешь полные фильтра, срабатывает обратный клапан, и солярка уже идет по обратке, в бак сливается. Все хорошо, классно. Все, закрываем. Сейчас заведу трактор. Все нормально, нормалек, все работает исправно, замечательно, хорошо.